друзья, с вами Лилия Донскова. И сегодня я вам представлю новинки каталога номер 12. Прежде всего я хотела вам показать коллекцию Кира. Это сумка и кошелек. Очень красивая, качественная продукция. Шикарная сумка. Выглядит она как очень дорогая кожаная вещь. Оригинальный дизайн. Сумка сделана из двух отделений. Одно отделение на молнии, а другое просто открытое. То, что у нас находится под молнией, здесь тоже расположены кармашки маленькие для телефончиков и мелочей. Два кармана. Сумка великолепная по размеру. Ее можно носить просто на плече, а можно, перекинув пряжку, она достаточно длинная и регулируется на специальном таком держателе. И вы можете делать любую длину ручки, так как вам понравится. Немножечко расскажу про кошелек. Он выполнен точно в таком же дизайне, как и сумка, что радует. И внутри у него три отделения. И посерединке на молнии отделение для мелочи, чтобы маленькие денежки тоже были в своем домике. И на стеночке, во внутреннем кармашке, есть маленькие отсеки для визиток и банковских карт. Вот такое шикарное изделие себе выписала. Очень рада, довольная. Ну, нет предела моей радости. Следующее, что я вам хотела показать, это новая коллекция серии Giordani Gold. Новая тональная основа. Точно в таком же дизайне, в коробочке тени и пудра. То есть все очень красивое, стильно сделано в черном лаковом таком дизайне с золотым обрамлением. Немножко хочу рассказать про тональную основу. Чем она мне понравилась, как она лежит на лице. Во-первых, она невесомая. Просто как будто я даже не наносила на лицо основу. Ровный цвет кожи идеально выравнивает все нюансы, которые есть на коже, и потрясающе подстраивается под цвет кожи. Далее, мне очень понравились тени, сейчас как раз они на мне, я пробовала. Послушайте, как они скрываются. Такой дорогой звук. Тени с прекрасным зеркалом во весь, как говорится, да, во всю крышечку расположено огромное классное зеркало. И у теней 4 оттенка. Я вот выбрала такой оттенок, светлые тени, золотистые, и два таких модных сливово-фиолетовых оттенка. Лежат тени просто безупречно, такая прекрасная тушевка, они шелковистые по текстуре и великолепно везде меня радуют своей красотой. Просто приятно работать с таким качеством. Пудра. Тоже не могу про нее молчать, потому что пудра в шикарном дизайне, тоже зеркало. Пуховочка, нежная-нежная такая велюровая пуховочка. И сама пудра просто шикарная, минеральная. Текстура шелковая, идеально ложится на лицо. Но я пользуюсь в основном кистями. То есть я набираю побольше пудры, постукиваю по крышечке стола и потом распределяю по всему лицу. Пудра лежит просто чудо, как классно. Я в восторге. И просто приятно даже такой щелчок дорогой. Далее, вы, наверное, обратили внимание уже на мои ногти. Это новые лаки серии Very Me. Точечки такие на них красивые. Как говорится, в точку, прямо в точку. Есть оттенок розовенький, как раз у меня на ногтях, голубой, белый такой прозрачный и кремовый. Знаете, рекомендую наносить два слоя для более такого плотного покрытия, чтобы точечки распределились красиво. Я уже опробовала этот лак, лежит очень долго. То есть маникюр прослужит неделю точно, как минимум. Следующее, о чем мы сегодня с вами что посмотрим, это новые два парфюмированных спрея для тела. Один релакс, другой освежающий тонус. Вот релакс содержит как раз жасмин, мускус и бамбуковую живицу. Это для того, чтобы успокоиться, расслабиться. Лучше носить вечером.
такой бодрый, хэппи, счастливый аромат. Он содержит также нотки, сейчас скажу, содержит нотки цвета апельсина, желтой сливы и кедра. То есть он такой вот взрывной, интересный, элегантный, но в то же время он ненавязчивый, то есть нет резкости, а просто вот кайф, красота. У нас вышла новая парфюмерная водичка Эльвия, новая коробочка, очень красивая. Уже по коробочке можно понять, что в состав входит ландыш, то есть это хрупкий нежный ландыш, также мускус. И эта водичка, я бы сказала, что она легенда. Вот сам флакончик, вот этот как ограненные водой камешки, гладенькие, красивые такие, гладкая галька, промленная. Сам аромат стал более яркий, то есть он будет дольше держаться на теле за счет того, что в него добавили масло. О, аромат раскрывается просто божественными такими нотками. Я знаю, что он любимчик очень многих девушек. Также у нас обновилась серия «Мед и молоко». Это вообще моя просто любимая серия, потому что аромат меда и молока, он просто не оставит равнодушным, конечно, никого. Вот эта шикарная баночка крема, здесь целый стакан крема 250 мл, такого густого, белого, пышного, и в то же время он так мягко, легко ложится на кожу, впитывается идеально. И вот такой вот крем, это всегда будет прекрасный подарок. Особенно меня порадовала цена в каталоге, это всего 179 рублей. Обратите внимание на обложку каталога с обратной стороны. И крем-мыло. Когда этим кремом моете ручки или тело, то оно создает такую густую, пышную пенку. Когда вы все смываете, то остается на коже только ощущение чистоты и мягкости. То есть за счет того, что в состав входят уже увлажняющие компоненты, он во время того, как вы купаетесь, у вас уже идет увлажнение и питание кожи. И это, конечно же, прекрасный подарок, потому что сам дизайн коробочки, он очень красивый такой, дорогой, молочный оттенок, с золотистыми по краям полосочками, все так шикарно выполнено. И самое главное, что сам кусочек мыла, он тоже не просто так вот. А он тоже в слюде, он в специальной упаковочке в отдельной, подписанной Milk & Honey. И вот этого кусочка очень надолго хватает, потому что он не раскисает, а дает прекрасную концентрированную пенку. Рекомендую как себе взять побаловать себя, так и классный подарок. И у нас еще с вами осталось две такие вот классные штучки, мочалочки маленькие. Одна из натуральных волокон, прессованная мочалочка, а другая для лица, она на резиночке, можно так вот ставить пальчики, вот лучше с этой стороны. То есть вы ее одеваете так себе удобно на руку, можно намочить лицо, нанести немножко капельку геля или капнуть капельку геля прямо на мочалочку и сделать своему лицу такую маленькую баньку, то есть удалить всю мертвую кожу, смыть всю, да, грязь, серость, почистить поры, и оно прекрасно стирается мыльцем. Главное ее просушить хорошо, и она вам прослужит очень-очень долго. Я думаю, что она будет доставлять море удовольствия. И у нас есть две новинки, которые будут уже в 13-м каталоге, но я вам их все-таки покажу. Это шикарные блески для губ, очень красивые оттенки. Так как это блески, то вы можете, когда вы увидите на картинке цвета, то у вас может быть смутит цвет, очень сиреневый. На самом деле, когда наносишь на губы, то он дает прозрачность, такой красивый оттенок розово-сиреневый. Самый насыщенный, пожалуй, это вот оттенок с циферкой 15 на конце, вы его заметите, коралловый, а вот два розовые сиреневые, они просто вот такие невесомые, легкие, очень красивые, сделаны шикарно. Ну, что говорит Джордани, есть Джордани, это всегда круто. И один еще у нас есть сюрприз. Это такая классная водичка парфюмерная. Она будет тоже в 13-м каталоге. Называется она Happy Dizziac. То есть счастливая, что-то счастливая, счастливая. Что мне понравилось? У нее в составе есть, сейчас скажу точно, груша, лесная клубника и египетский жасмин. Вот не просто так. И чем этот аромат мне понравился, то что он
яркий, дерзкий и очень вкусный, он обвораживающий. Но ни один мужчина не устоит. Ну и вообще все, что, мне кажется, все красненькие ароматы, они всегда сводят мужчин с ума. И сам красивый очень дизайн флакона, такой треугольный, как пирамидка. Вообще просто очень классный, можно его вот так поставить, кстати, будет очень красиво смотреться на столике вашем, да, таком элегантном. Очень вкусный, очень стойкий аромат. Ребят, я вам желаю чудесных покупок, чтобы вы просто вот от каждого продукта, который вы себе выписываете, испытывали такой же кайф, как и я. До встречи в следующих видео. Пока-пока!